Здравствуйте. Меня зовут Лесли. Я даже не знаю, где начинать. Но у меня очень много хочу сказать. Но лучше сделать отдельный видео маленький, чем длинный видео. Начинаю рассказать немного об мне. Я живу в Австралии, маленький городок, у нее 4000 человек здесь, как не знаю, как называется, деревенские места, да. И думал, может быть, интересно, потому что я могу сказать без ограничения, да. Я могу сказать, что я хочу сказать. Но сначала я бывший ученый. У меня кандидат наук очень много лет назад в материаловедении. Сейчас я дизайнером, художник. Хочу сказать, что знаю расследовать, знаю, как критиковать, извините. Сейчас я хотел бы пытаться ответить на вопрос разрушения западного общества. Смотрите, часть это правда. Сейчас человек, люди, у них больше тату, больше пирсинг и так далее. И я не люблю. У меня нет тату, у меня нет пирсинг, и не нравится увидеть, когда другая люди у них так, когда вообще не нравится. Ладно, не нравится. Никогда буду получить тату. Никогда не хочу. Сейчас в этом времени больше разводов. Это правда тоже. Я думаю, что разводов количество это из-за слишком большого выбора. Я в разводе, но Путин тоже. У меня было очень мало отношений в моем жизни, но я хочу фамилию. Сейчас в Западе отношения становятся короче, но мне не нравится это. Я хочу найти
жену. Конечно, Тиндер и так далее, приложение ужасно и не работает. Не работает. Мы попробовали, и это ужасная ситуация. Старшее поколение вообще не нравится этот разрушение. Мы не принимаем это. Около 15 лет назад я видел на плакате парикмахера. Сказал плакат: все уникальные, все разные, различные, что-то так. Я думаю, что мы все уникальные, все разные, различные людей. У нас есть свои мнения, желания, мечты, стремления и предпочтения. Но это не значит, что мы бескультурны. И это для меня это ложь, и меня это как оскорбление. Для меня это оскорбление. Я не бескультурный человек. Я думаю, что я умный человек, люблю другую, извините, я люблю другие культуры. Мне нравится испанский язык, я могу говорить на испанский. Я люблю итальянский культура или культуру. Я люблю итальянскую культуру, особенно еда, итальянская еда. Я могу понимать испанский разговорный. Я могу понимать итальянский разговорный речь. Нравится, очевидно, нравится русский язык, русская культура. Я возвращаюсь к этому. Тоже люблю финский язык люблю. Даже японский язык. Но я не знаю, еще не знаю, как говорить на ней. Просто не можете мне звонить бескультурный человек. Это невозможно. Можете, но это неправда. Кстати, я люблю Россию. Я люблю русский язык, общество, но я не нравится власть ваш. Не нравится Путин. Вот так, не нравится. Не нравится. Не нравится, что он говорит. Не нравится, что Лавров говорит. Не нравится, что Захарова говорит. И ведущих видео я буду критиковать в ведущих видео. Я собираюсь критиковать Путина. Для меня очень смешно, что ваше государство называет своих людей иностранным агентом. Скажу
Еще раз. Это очень смешно, что для меня, что ваше государство называет своих людей иностранным агентом. Потому что я иностранный человек. Я, очевидно, я не родился в России, поэтому я иностранный человек. Просто ваши собственные людей не могут быть иностранными, но не знаю. Не знаю, если я могу сказать этикета, но это этикета, лейбл, знаешь, это для меня другой оскорбление, это оскорбительный, потому что имеет негативные коннотации. Иногентом, слова иностранные, как это что-то плохое, ну да. Вот смотрите, если Путин ненавидит Запад, почему он имеет так много часы, западные часы, да? Швейцарские часы. У него много. Почему? Почему у него нет русские часы, как ракета? У меня часы бренд «Ракета». Здесь, на злом Западе, у нас собственная пропаганда. Это пропаганда, как у нас очень много реклама. Это буду читать. Нам говорят, что покупка вещей сделает нас счастливыми. Нам говорят, что покупка вещей сделает нас счастливыми. И это неправда, но это делают. И Путин попался на эту. Путин попался на западную пропаганду со своими швейцарскими часами и своей золотой туалетной щетки. Думаю, что это достаточно для первого видео. Очень большое спасибо за просмотр. До свидания.